это Дуга нравится, это роман Любавин. Любавин здесь написан. Калина Красная. Да, фильм Калина Красная. Калина Красная, если только услышишь, где сразу Шукшин. Вот. Первое я увидел кино. Травку собирает, ягоды, все. Потом уже почитал. Я его, как и всем, от курки до курки не раз прочел. Это естественное дело. Актер. И актер, и режиссер. Да. Больше. Прежде всего. И писатель. Ну да, писатель очень интересный, конечно. И духов литература. Татьяночка Рудольфовна, почитающая пока. Ну а как же, незнакомка. Читал, перечитывал. Фильмы смотрели, произведения читали. Я не задумывался, и делить вообще-то я как-то не собираюсь. Шукшин, он и есть Шукшин. Калина Красная, парень. Шукшина не тот, в принципе, слабых вещей. Так что мне не проверять, нету слабых. Фильм «Живет такой парень», прежде всего, Калина Красная, очень интересно. «Печки, лавочки», ну все известные фильмы, самые любимые. 40 лет назад мы его мало, может быть, знали, а вот с годами он все лучше и лучше становится, более ближе к народу. Он близкий нам по духу, и вот именно, что он наш.